Весна. Музыкальная школа. Я не люблю антиквитет, потому что я это, ну, мне нравится, но я такое буду собирать в доме. С глазом, символика, курочки, ну, курочки, рябочки красивые. Курочки, рябочки, тоже. Чашки с глазами, чашечки с глазками. Красивая. Да. И вот тут у нас цветочки есть. Все цветочные. Здесь лучше. Вот так вот. Лампа хорошая. Галерея тут даже есть. Ван Гог. Теперь мне надо сюда влево. И мне надо еще одну. Солнышко светит, светит солнышко. Магазинчик для дома. Если вам нравится, смотрите, что тут новое есть. Далеко. Все очень нравится. Сейчас против солнца очень темно. Чайки кричат. Яйца. Hallo. Hallo. Das ist hübsch. Ich nehme die Eier ab. Ja, ich nehme die Eier. Das ist okay, süß. Ich nehme sie nicht ab. Bloß die bunten Kunst. Eier. Kunst. Ja, das ist eine Kunst. Holz. Das ist alles Lindenholz mit Ölfarbe bemalt. Alles die, die war super krass. Höchste Kunst. Kann man ausdenken, ja. Lilly, ich habe solche grob bemalte für 2 Euro. Da kaufen sehr, sehr gerne die Leute für die Karte. Wenn einer hat Balsam oder etwas. Ja.
bei dieser Arbeit, das ist der Kühlschrank. Aber das ist nur ganz trocken. Und dann müssen wir wieder Pause machen. Viele trocken, viele trocken. Aber gucken Sie ja, was jede Рика и тому подобное. Рика носит тут пенсионер. Рика. Вот так, розовая сумочка очень хорошенькая от Тамарис. И белым есть тоже. Я дочери показывала, кому тут были, но... Она говорит, нет, мама. Не надо, вот она белая. Она слишком длинная, поменьше была бы, короче, не указано. Стоит 49, по-моему. Зимой спали. Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я Вера Мода и хочу померить вот такой вот тренчик. Смотрите, вот так. И это, знаете, это эска, но он уже широк. И вот такой странный у него рукав, который мне не нравится, поэтому я вот так отпустила. Потому что некрасиво с таким рукавом, это вообще ужас. Что-то мне не понравилось. Если вот так отпустить, то уже... его завязать, то я не знаю, попробую сейчас завязать. Завязано выглядит вот так. Карман-то есть. Уже не могу. А, карман зашит. Так, карман зашит. Вот так вот он выглядит, завязан. Ну ничего. Кажется, неплохой. Как пыльник там. Очень мягкий, цвет такой карамельный. Летник. Мне понравился. Стоит 60 с чем-то. 64, по-моему. Вот. 64, по-моему. Вот Вера Мода. Здесь под Джиди гладит. И такой же красивый свитшот. Очень классно. Вера Мода. Классно. Я прям, не знаю, две штуки виски. Сейчас буду болеть этим. Может купить его? Очень хорошенькие. Все такие мне нужны. Ну, наверное, бурки мне эти уже не нужны. Ну, где-то на все. Джинс выглядит как комбинезон. Такая куртка H&M. Эвески по цене на 27 евро. Мне что-то оно не доставалось ни в прошлом году, ни в этом. Вот это висит.
Я его могу закрыть. Да, закрыть я его еще не могу. Так. Интересный серый цвет, красный такой. На AliExpress 27 евро полностью стоит. Тоже на полку. Вот, да. Эска, куртка в эске. У меня есть пальто такое длинное. Но куртка это бомбичная. Это вески куртка, но вот такая универсальная. В общем, туда все поместиться может. И она в таком стиле спортшик. Прекрасно. На следующий год тоже будет еще актуальная. В общем, в актуальном стиле шина. Как Джеки Кеннеди, да? Я взяла эску, да, одела на пример. Примерно можно себе представить, как это выглядит. Причем вот такой длинный. Вот, стоит 20 евро. Я вообще сумела на 20, потому что она синяя. Ну, я думала, что синий цвет никому не хочется, но синий это ведь модный цвет. Вообще, я считаю, будет очень классно выглядеть за 20 евро. Это просто шляпхер. Она очень мягкая. Она такая очень мягкая. Мягкая при мягкой. Вот так вот. Ту куртку я мерила в XL. Я думала, это веск. Я ошиблась. Это веск. Ну, вот такая веск. Значит, такая. Спортшик куртка. У нас такое тоже из искусства, такая вещь хорошая. Я байлки померила с этими брюками, можно и внутрь, можно и наружу. Опять же эти очки, да, конечно, выбора. Ну вот так. Очень хорошая вискозная вещь, стоит девушки 14 евро. Очень классно, есть еще красная полоска по французский стиль. Еще красная полоска по французский стиль. Она сейчас на витринах висит, вязаная вещь такая. 90. Боди. Ну тоже, кому интересно, вообще можно и с таким цветом. Они такие оба размыты. Ну, я также с бежевым, с белым. Вот, это я взяла брюки, а брюки вески, потому что они широкие. Ну, тут уже брюки не было, но он вполне такой просторный. Брюки есть, но эти лучше меньше, потому что нарезать всегда не надо такие сутки. Еще такая вещь, очень красивая, у Семена на 12 евро. Очень хорошая, что-то тоже с вискозой, плотная. Очень долго носиться будет. Я сейчас не заправила, чтобы показать, как она выглядит. Да? Очень классный цвет. Очень классный цвет. Такой, знаете, цвет такой долго-богатый выглядит. Да? И можно тоже заправить. Померила в размерке, в размере M, вы знаете, такую тенечку, лобковая, хорошая. В общем, у нее такие разрезики. Она очень классная, такая морякина, можно с джинсами носить. Можно немножко даже с пастой, можно на море, в городе. Можно и заправить. Но она и не только с этим, она, понимаете, то, что она черно-белая, она темно-сине-белая. Она классически подходит к любым вещам, и также вот этим широким брюком ее можно носить, в общем. Хорошая вещь, это надо брать, и стоит девушка 14 евро. С 14 евро это вообще хорошая. Так, тренд и красивый.
сейчас ничего не вешает, поэтому не могу сказать. Выглядит он вот что-то было, так вот, это очень классный вещь, он очень тупой, очень плохо. В общем, если такая у вас вещь есть, это было очень классно. И сверху блейзер какой-нибудь белый, бежевый, черный, черный вообще классный. Темно-синий. Вырез прямо как специально нормально. Не открывается, ничего прям для меня. Мне это платье приглянулось, но оно в такой узор 70. Я в штанах. Я, короче, не знаю, как я это самое. Вот такой платье с запахом. 12 евро сейчас стоит. Там кулаки. Можно его носить с ботинками, можно его с ботинками носить, можно с туфлями носить, в общем-то. Того, но тут запах прям сидит классно. Карманов у него нет, оно какое-то вискозное. Ну, выглядит как вискоза, может, и полезно, как я не читаю. Но мне понравилось. 12 евро сейчас, 25 евро. Вы напишите, как оно вам, но я примерила. Я примерила актуальные вещи и уцелили. Кстати, платье 100% вискозное. Я прочла. 100%, я же говорила, что у меня вискозное. Стоило 25 евро, девушки, 100% вискозное. 14 тоже 100% я вискоза одевает. 45% вискоза, остальное это стоит 12 и бамболя катон 9 евро. И вискоза 25% и остальное и полиэстер что-то тоже с блеском. Это очень плотная вещь. Цвет такой, знаете, все дорого богато. Брюки стоят 24,99, вискоза 50%. Да? Очень понравилось. Я еще женщине посоветовала тоже купила. Это в нашем возрасте всегда нужно что-то или солнечные очки, что-то еще и сюда. И какую-то кепку. И вот на ней лучше, ее можно тоже взять. И вот с ними на 7 евро, мне кажется, это неплохо.